Еще одно письмо. Лера Васильевна. Вот. Ну, это критика хватает. Я помните, пожалуйста, что мало подписчиков. Мало подписчиков, пишет она, так как подача материала не очень понятна. Короче, все, что я вам сейчас рассказал, ребята, может, она не поняла. Вот хотел бы знать, а что здесь непонятного, да? Непонятно, непонятно, что здесь непонятного? Ай. У меня вот это часто не то, что руки опускаются. Я вроде бы купаюсь один на сотню, таких как Вазинский. Или вот она немножко, ну она добрый человек, она взяла, покритиковала. Она не ставила целью там взять там это, понимаете, да? Где она? Ага, вот она. И вот, ну, тем не менее, мало подписчиков, она права. Подача непонятная. Нужны конкретно обучающие ролики. Или ролики короткие и с популярным заголовком. Ну, что я скажу. В свое время я сделал лекцию, которую, наверное, на нее можно было бы государственную премию вручить. Знаете почему? Когда я третий день читал, или шестой, там было два потока, встал главный редактор популярного журнала «Ребрик», вот, встал, сказал, я прошу 5 минут внимания, прямо во время лекции моей. Вот. Не знаю, как я очаровал, что получилось так, что он сказал, вы присутствуете, ко всем, не ко мне обращался, вы присутствуете на уникальных лекциях, к вам приехал выдающийся садовод. Так вот, этот садовод, который он назвал выдающимся, сейчас меня Вазинский с дерьмом съест за эти слова. Но это не я сказал. Это Ребрика. Ребрика. Это. А для остальных я скажу. Уникальный материал, опыт Железова по учебным дискам, книгам. Вот они диски. Вот он, то, что Ребрик назвал, послушав меня, выдающимся садоводом. В другом месте, извините, он меня великим назвал. Все претензии к нему Вазинский. Это он, это не я. У него эти слова повторились еще в его редакторском слове, прямо в печатном журнале, да, поверьте. Вот эти диски, это есть то, чего она же просто не знает. Я, учеба есть учеба, друзья. Она этого не знает. Вот здесь вот на этих дисках, есть еще несколько дисков, такие же, лаконичные, полные, вот, информативные. То есть, эти диски хватит, чтобы вырастить сад. Можно было по ним учить студентов, но этого никогда не будет. Тут она не права. Вот редкий слух. Покритиковала меня. Нужны конкретные. Она просто не знает, что они есть.